Это был очень важный для меня день, к которому я давно готовилась. Я чувствовала огромную ответственность и немного волновалась. Я приехала в гости в летний лагерь к детям. Они такие разные, мальчики и девочки, с непохожими характерами и очень разными личными историями. Эти дети особенные. Здоровье – это ценность, которую природа дает не каждому ребенку. В моей Беларуси много делается для того, чтобы люди заботились о своем здоровье и понимали, как это важно. 26 лет назад моя страна пострадала от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Последствия этой аварии были ужасными для здоровья нашей нации. Именно поэтому я приехала к больным детям. Я хотела подарить им свои эмоции, свое тепло и заботу. Еще раз вспомнить о том, как важно заботиться о тех, кому не суждено было появиться на свет здоровым. Я давно увлекаюсь рукоделием. Я создаю куклы. Каждая игрушка оживает в моих руках, ведь я наполняю ее особым смыслом. Я захотела подарить эти куклы детям. Большую часть своей жизни эти дети проводят в больницах. А летом у них есть возможность отдохнуть в реабилитационном лагере. Здесь они знакомятся, общаются, отдыхают на природе и играют. Ребята очень обрадовались моему приезду. Девочки и мальчики рассказали мне, что смотрели конкурс «Мисс Беларусь» и поддерживали меня. И мы решили устроить свой конкурс красоты. Девочки так старались показать все, что умеют, а мальчишки помогали им. Это было очень трогательно. А потом девочки придумали куклам имена. Мне хочется верить, что мои эмоции помогут детям справиться со своими проблемами. Общаться и поддерживать тех, кто страдает от тяжелых заболеваний – миссия каждого жителя нашей страны. Сделать даже маленькое движение души навстречу детям так просто. Нужно просто сделать. На прощании дети рассказали мне о своих мечтах. Каждый из них – мысли о здоровье. Я очень хочу, чтобы у этих детей сбылись мечты.